На днях специалисты Горэлектротранса приступили к укладке новых трамвайных путей. Рабочая бригада уже уложила несколько метров рельсошпальной решетки. Подготовительные работы начались еще 3 месяца назад. Это завоз материалов, это сочленение шпалы и рельс непосредственно на предприятии для того, чтобы сделать эти захватки и уже непосредственно на объекте в более быстрые сроки, сжатые, их смонтировать. Порядка месяца необходимо им для того, чтобы завершить все этапы. Ну, где-то к концу октября здесь уже будет выполнены именно в рельсошпальной части все работы. Параллельно обустройству трамвайных путей строители работают с основанием моста. На самом длинном пролете рабочие укладывают плиты проезжей части. Смонтировано 39 из 90. В сутки удается смонтировать 5-6 плит. Завершить работу планируют в конце сентября, чтобы в октябре и ноябре перейти к устройству асфальтобетонных покрытий, тротуаров, опор освещения и опор контактной сети трамвайной линии. На пролете 1-2-2-3 заканчиваем установку опалубки. То есть у нас пролет 1-2 полностью опалубка изготовлена, пролет 2-3 половина примерно в опалубке готова, половину мы заканчиваем. Следом идет отдельная бригада с армопоясом. То же самое, задача стоит до конца сентября завершить работы. И уже у нас на конец сентября мы планируем начать работы по омоноличиванию швов плит и по заливке монолитного пояса именно пролета 1-2, 2-3. Во второй половине октября начнется обустройство подходов к путепроводу со стороны торгового центра «Пионер». В связи с этим строительная необходимость может привести к тому, что трамвайное кольцо будет разобрано. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение для пассажиров общественного транспорта, планируется организовать автобусный маршрут, который будет также с учетом беспересадочного тарифа обеспечивать подвоз населения с центральной части города к путепроводу. Работы по реконструкции моста на проспекте Ленина находятся на финальной стадии. Открыть сообщение планируют уже в ноябре этого года. Валентина Аскерова, «День с толком».